Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Юрий Аксенов, и мы отправляемся в игру Sims 4. Итак, да, пару дней не было выпуска, но тем не менее мы снова возвращаемся в игру. Так, Юрец у нас лег спать. Что у него вообще с характеристиками? Так, он вонючий, вонючий ублюдок, нужно отправить его будет помыться, наверное, потом. Так, пусть он примет ванну после сна, разумеется. Пусть доспит, потом принимает ванну. Так, что тут у нас сынишки происходит? Ага, понятненько. Так, сынишка. А, сынишка проголодался и решил отправиться ночью пожрать. Ну ладно, пусть ест. Так, потом бери и помой. Так, наша женушка обосрется сейчас. Иди быстрее. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, быстрее. О, облегчение это какое-то. Так, все, сейчас она доделает свои дела и пусть идет спать. Мне кажется, вот эту кровать надо продать, потому что она, мне кажется, стрёмная, и на ней человек дольше высыпается. Поэтому кровать — это важный очень элемент. Вот у нас такая была: облегчение, неудобство, бодрость. Вот, да, видите, вот эти вот кровати дают намного больше. Но только вопрос в том, то что она стоит 12 грёбаных тысяч долларов. Это до хрена. Давайте хотя бы такую, может быть, купим для начала. Так, можно красную? Нет, синюю, серую. Нет. Наверное, купим такую же. Вот на такой кроватке, я думаю, высыпаться наши герои будут быстрее. Да, возвращаемся к реальной жизни и отправляем ее спать. Да, классная кровать, кстати, мне нравится. Я знаю, почему она захотела в туалет, когда спала. Потому что за окном шумят фонтаны. Да, вы правы. Именно шум фонтанов и мешает. А так, посмотрим, что у нас есть еще. А так. Здесь у нас, походу, больше ничего. Так, Юрец, ты там скоро проснешься. Потому что нужно построить сыну ракету, пока он не вернулся со школы, чтобы сын такой пришел. Ну ни хрена себе ракета, ты когда папка успел ее сделать-то? Так, в общем, мы принимаем ванну и после этого отправимся строить ракету за косарь. Косарь, гребаный косарь. Жесть. Много? Ну что не сделаешь ради сына? Так, посмотрим. Вот он прибежал, Юрец, жирножопый. Еще жирнее стал вообще, я поражаюсь. Я вот, например, если ничего не делал, вот как он сидел там дома, грубо говоря, только там за компом, и я почему-то таким жирным не стал. А он же, вы посмотрите на него. Ох ты, черт, что ты творишь, блин, осторожней пользуйся паяльной лампой. Так, ну что ж, ускорим время, чтобы побыстрее как-то этот процесс шел. Так, наша Нина, что тут делает-то? Пора на работу ей еще. Так, продвижение по карьерной лестнице. Ей уже на работу пора, иди на работу. Хватит спать, у тебя работа! Все, она на работе. Слава богу. Двумя симами меньше. Осталось управлять всего лишь одним. Так. Ну давай, Юрец, уже достраивай. Потому что надо пожрать. Так, готовить. Чё б нам... Блин, я ж не того выбрал персонажа. Нина у нас готовить даже ничего нормального не может. А вот у Юрца уже выбор достаточно большой. О, можешь пожарить морского окуня. Потому что у нас он есть.
Так, давай, ракета. Стройся, ракета. Я надеюсь, она получится крутая. Не зря я ее приобрел и потратил столько времени. Так. Ну. Ну же. Есть! А, она только наполовину построилась, блин. Ладно, тогда придется достроить ее попозже. Так, Юрец, ты в туалет хочешь? Так что давай-ка загляни в туалет, а потом уже будешь готовить окуня. Так, морской окунь на одного. А, ну вот как-то так. Так, сейчас в туалет сходим. Поедим. Да, и будет круто. Может быть, что нарисовать картину, наверное. Так, 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 так. Классическая. Конечно же, классическая. За нее я получаю денег намного больше, чем за другие виды картин. Тогда надо картин побольше повесить, вы правы, чтобы наш герой восхищался ими. Но чтобы повесить много картин, надо еще бабок заработать. Да, вот так, кстати, на дом смотреть прикольнее, когда стены есть. Без стен как-то все скучно. Так, смотрим, как нужно готовить окуня. Угу, разрезали, поперчили. Вылили, несмотря на то, что окунь был твердо, его перелили в чашку. Он стал желтым. И отправляем его в духовку. А не, на сковородку. И он снова приобрел форму рыбы. Да, жарим блинчики, поливаем это все. Чем это? Алкоголем, что ли? Так загорелось-то. И все, вываливаем, и волшебным образом появляется тарелка. Блин, ох уж эти ублюдки, которые не убирают за собой посуду. Я вас ненавижу. Она мне портит аппетит. Смотрите, у нее вдохновение. Это потрясающе. Едим окуня. Доедаем, доедаем. И идем рисовать крутую картину. О, сынок пришел. Сынок, а вот ты знаешь, чем займешься? Уберешь все тарелки. Да, именно так. А потом папка тебе достроит эту, наконец-таки, ракету. Надеюсь. Так, ускоряем время. Нужно завершить. А, так, потому что нужны бабки, потому что нужно будет воплотить еще одну идею, которую вы мне также предложили в комментариях. Так, они общаются заодно, там, отношения улучшают. Какие ингредиенты пропавшие? Чё ты гонишь, чувак? Так. Дорисовываем картину. Потому что я хочу сегодня еще кое-что начать строить. Хотя бы просто в плане какого-то каркаса. На-на-на-на-на-на-на. В общем, пришла жена и легла спать. Так, давайте продадим картину. О, это шедевр. 4000! Норм, норм. Ну а теперь мы перейдем к вариантам строительства. И вы мне предложили построить гаражик. Но я думаю, придется нам тогда дом немного сдвинуть вправо, чтобы вот тут побольше места было. Дерево, наверное, мы тоже переставим. Ну, в общем, сейчас подумаем, как же лучше сделать нам гараж. Так, как бы передвинуть этот дом теперь? Вроде его как-то вот можно, если вот как-то... А, режим строительства, во-первых. Да. Так. Надо как-то выделить весь дом. А, вот оно. Ой, это этаж. Нет, отмена. Отмена. Блин, не дай бог там... Что-то... Фух, слава богу, все на месте. Так, как мне выделить весь дом? Весь дом. Так, может быть, Shift? Нет, Ctrl. Alt.
Как-то его можно выделить, я это точно знаю. Так, кувалда. Информация. Блин, вот кнопка. Переместить дом. По-русски написано. Оп. Вот сюда можно, допустим. Пусть будет на той же, наверное, линии. Можно чуть ближе, конечно, вот так вот. Оп! Смотрите, перенесли. И сынок у нас остался на улице. Вот прикол. Вот прикол-то. Блин, это нельзя, да? А, это можно вот так перенести. Прикол-то, прикол-то. Так. И вот это тоже нам надо перетащить. О! Карутата. Ну да, по-другому никак. Ай-яй-яй, чё я? Вот, все, 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 не трогаем. А нам нужно покрасить травушку теперь. Так, где она у нас? Вот. Ой, это не та. А вот это та. Так, закрашиваем травку. Так. Потом вот это я делал, что ли? Ну, типа тропинки такие. Чтобы как-то более было похоже на настоящее. Так, тропинка. Эй! Ну, по крайней мере, булыжники я переносить могу. Это ландшафтный дизайн. Вы ничего не понимаете. Так. Тропинку я, походу, перенести не смогу. Да, я ее и покрасить не могу. Отлично. Так, стены пустые, комнаты не то. Угу, вот она, плитка. Так, где мне теперь ее найти? Такую же. Трава, выгул, пастбище. А, для дворика. О, вот она как мажорская площадка-то могла быть сделана. То, что вы говорили мне сюда посеять траву. Вот она сеется, да. А в принципе, что, так даже... Ой, так даже прикольнее. Смотрите-ка, да, реально. Пусть будет так. Ведь так круче. А, вот эта плитка. Так, как мне ее теперь... Вот эту-то удалить отсюда. Как удалить плитку? Ну, потому что, допустим, эту-то я сейчас поставлю сюда. А вот эту как убрать? Ребята. Ну, блин, это прям явно же бросается в глаза, что это не то. Фундамент не то. Лестница. Трава. А, нет. Я не угадал. Так, а. Все просто. Берем молоток и работаем им. Так. Добавляем немножко вот такой вот штуки, чтобы как-то приальнее смотрелось. Так, камешки. Как-нибудь хотя бы надо их расставить, чтобы смотрелось нормально. Да, в тот раз я как-то их клёво так поставил. Ну ладно, и так сойдет. Вот, все. А, вот вопрос вот с этим деревом у меня остается. То есть его нам нужно будет пересадить. Ну хотя бы
на небольшой промежуток времени нам бы его переставить. Просто я пока воткну его сюда, потому что сюда я хочу сейчас построить гараж. Вот это я тоже все сдвину. Гараж примерно какого размера должен быть? Ну вот как эта тачка. То есть примерно вот так. Скорее всего, мы его соединим с домом. То есть это как комната будет. Так, стены. Нужно строить стены. Максимум. Так. Оп, все. Отличненько. Так, вот такой вот у нас будет гараж. Только я вот тут немножко лишнего построил. Вот. Все, гараж готов практически. Даже две тачки влезет в него. Главное, чтобы мы там пройти могли. А, так, что я хочу теперь с ним сделать? Нужно, во-первых, его покрасить в соответствующий цвет. Так, да. Соответствующий цвет. Какой же у меня цвет-то дома был? Крыша, не то дерево. Плитка, краска. А, вот такой вот и был. Так, все со всех сторон покрасили. Вот вход в гараж должен быть и из дома, как бы, и... Ну, во-первых, еще и здесь дверь поставить нужно. Ворота. Ну, вот ворот у нас нет, конечно, но какую-то эмуляцию ворот можно, наверное, сделать. Поставить какие-нибудь... Как ни странно. А, во. А сюда... А-а-а, все из-за тачки. Блин, тачка, ты меня бесишь. А, ну хотя, знаете, как можно решить этот вопрос? Просто вот так вот. Да, и тогда там и дверь как-то более в тему получается. Да, мне кажется, так будет лучше даже. Так, тачка. Переносим ее. Вуаля! Все, двери сюда теперь ставятся. Так, ну... Вопрос в другом. Какие туда поставить двери? Я даже не знаю. Ну, явно не такие. И не такие. Да уж. А, вопрос тяжелый. Насчет ворот для гаража. Как-то я об этом не подумал, но что-то сюда нужно впихануть. Так. Можно поставить окна вместо дверей. Так, где они у нас? Вот такие же. В принципе, вот это, наверное, будет интереснее смотреться. Хотя бы что-то. Так. Ай-яй-яй. Я прям хочу буквально... Вот так вот. Есть, вставил. А, давайте еще одну, может быть, тачку тогда купим. Так, где я их покупал-то? В игрушках? Нет, кстати. Нет, не тут. Так, где-то они... А, вот они, вот они. О, гоночная машина. Так, попробуем-ка мы ее тоже поставить сюда. Так, увеличить надо. Ну, примерно вот так вот. Да, у меня теперь в гараже две крутые тачки стоит. Да, и, кстати, над гаражом мы сможем сделать второй этаж даже, в принципе. Да, прикольно, домик разрастается.
Так, ну ладно, сначала я все-таки пока не будем планировать здесь второй этаж. Может быть, в будущем вы мне что-то и предложите сюда поставить. А пока мы просто сделаем крышу. Так, нужно ее повернуть. Примерно так. Такс. Ай-яй-яй, не то взял я. Так, наверное, нужно вот как-то постараться. Ой-ой-ой, что-то я сделал не то. Так. Крыша. О, все, нашел. Смотрим, что получается. Фу. А что, прикольно. Так, какая у меня там черепица? Надо точно такую же сделать. Так, черепица. Вот это, что ли? Или нет? Или вот это? Нет. Нет. А, или может быть просто цвет нужно выбрать. Так. Что-то я... Я не понимаю, какая у меня черепица стоит. Ну вот это вот больше всего похоже. Значит, пусть будет она. Ну, вроде бы даже она. Так, смотрите, прикольно получается. Мне вообще нравится мой дом. Точнее, то, во что он превращается. Так. Ага, тут уже все готово. Круто, осталось нам сделать проход в гараж. И тогда вообще будет все просто изумительно и восхитительно. Так, в гараж как нам можно будет пройти? Так, желательно, наверное, можно вот из этой вот темнушки, из гардеробной. Один гардероб придется продать, наверное. Да. И сделать сюда дверь. Так, стены, наверное, включим, чтобы было видно. Так, вот это перевесим. Эх, придется одно окошко убрать. Жалко. И вот, в принципе, вот это окно тоже здесь не нужно. Потому что оно вообще не в тему. Так, дверь. Дверь в гараж. Самое важное. Что только может быть, это дверь в гараж. Так, а почему сюда не ставится? Ну ладно. А, двойные ставятся. Хм, интересно. Так, ну ладно, воткнем, может быть, обычную дверь. И вот тут вот у меня появилось место. Я знаю, что я сейчас туда воткну. Так, давайте к стену уберем. Блин, а сюда нельзя поставить, оказывается. Это обидно. Я хотел сюда что-то поставить из декора. Так, может быть, найдем все-таки что-нибудь. Лампу. О, лампу можно, кстати. Хотя бы так, потому что этот угол пустой смотрится как-то не очень. Ну, хотя это лампа там тоже не совсем, наверное, в тему. Ну, хоть что-то будет занимать этот угол, и это уже будет радовать мои глаза. А так, на потолок сюда надо какие-то люстры сделать. Ну, в общем, давайте посмотрим, что у нас с домом получается. Вот такое вот преображение, вот, конечно, я понимаю, со вторым, вот с этой вот
беседкой. Нужно будет что-то еще сделать, переделать ее как-то. Но даже с травкой как-то это смотрится поинтереснее, поживее, что ли. И, по-моему, круто получается. Вот гараж у нас появился. А я думаю, там нужно будет также покрасить стены. Сделать какие-нибудь элементы, может быть, если тут есть автодетали, может быть, их воткнуть. Так вот, дерево. Точно, вот про него я забыл. Так. Вот, походу, дереву места не будет. Хотя, может быть, и будет, если мы вот это дерево уберем. И, допустим, посадим его вот сюда. Не вижу, что получается все вот из-за этих стен. Так, первый этаж. Да, как-то все не так. А вот это дерево я, наверное, продам. Потому что оно вообще не в тему, оно только мешает и заграждает как-то все. В общем, мой дом снова преображается, появился гараж, и все благодаря вам и вашим идеям, которые действительно делают мой дом еще интереснее и лучше. Ракету я так и не достроил, дострою я ее, наверное, уже в следующей серии, поэтому не забывайте подписываться на канал и ставить лайк под видео. Всем пока и удачи!